Друзья, всем привет! Сегодня у нас видосик будет про то, как я начинаю делать фальшпол в багажнике Opel Astra G. Поэтому приятного вам всем просмотра. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Поехали! Так, вот так вот встал наш пол. Вот наша дырка, видите, там шпилька. Она как раз туда сядет. Сейчас тут надо укоротить, получается, наверное, сантиметра 3 с каждой стороны. И тогда он ляжет. Вот, сейчас мы разметим, выпилим, получается, лишнее. И надеюсь, что все у нас встанет. Собственно, разметили. Не знаю, будет вам видно, нет, потому что маркер такой слабенький. И сейчас возьмем лобзик и будем пилить. Уже, блин, стемнело. Выпилил. В общем, получился вот такой полик. Так, вот так вот будет тут стоять рез. Расскажу сейчас немножко, что происходит. Подогнал по размерам полик наш. Сейчас буду крепить наш ресивер. Вот уже подобрал наши болты. Их надо сейчас укоротить буквально на сантиметр, чтобы они сильно не торчали. И уже будем закручивать. Подготовку. Сейчас мы будем размечать и устанавливать наш ресивер, компрессор и сами клапана. Думал поднять фальшпол, то есть чтобы запаска оставалась на своем месте, а все компоненты уже были под фальшполом, то есть выше запаски. Но ничего у меня не получается. Фальшпол высоко так я не могу поднять, потому что это будет эстетически не очень красиво и будет очень высоко. Вот. И я решил по стандарту убрать всю воздушную подготовку в нишу, где у нас запасное колесо. А запасное колесо уже поднять над воздушной подготовкой, то есть оно будет где-то вот тут лежать. И оно уже будет сверху закрываться полом. Вот. Ну, примерно как-то компоновка будет выглядеть вот так. Возможно, она еще немножко поменяется. Принцип будет вот такой. Thank you.
Сейчас реально затестим через провода. Главное, чтобы у меня там на аккумуляторе хватило заряда, а то он сдохший. Так, минус сюдым, плюс сюдым, несем аккумулятор. Так, так, цепляем минус. Цепляем плюс. Чё, готовы? Аккумулятор сдохнет, конечно. Пробный запуск на сдохшем аккуме. Чисто так проверим. Так, ну что у нас накачало? 5 PCI. Сколько это в килограммах? Ну, где-то 2,5. Блин, как бы еще качнуть? Я бы хотя бы до 8 бы качнули. Ну, что-то аккум прям вообще дохлый-дохлый. Что ж придумать-то? Или сейчас он пусть восстановится и еще качнем? Давай попробуем еще раз. Так, ну вот, ровно пятерка, короче. Я думаю, не будем уже насиловать. Оставим так. И посмотрим, держит у нас или нет. Сейчас, наверное, еще аккумулятор я поставлю на зарядку. Да, и вечером, короче, мы долбанем. Посмотрим, спустило или нет. И вечером до 10 атмосфер качнем его нахер. Чуваки, вот такой вот получился у меня для вас видосик. Надеюсь, он вам, может быть, даже пригодится. Ну, или, по крайней мере, хотя бы понравится. Кошедло у меня тут сходит с ума. Да-да. Так что, чуваки, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. С вами был Серега. Все, всем до встречи.